нас сегодня потрепала, помотала, поболтала, так штурвала вырвала, что в руках не удержать, а мы изрядно попотели, покрутили, повертели, но доехали и сели, слава Богу, что сказать. А когда вокруг сверкает, самолет во тьме швыряет, каждый сразу понимает, как он сильно хочет жить. Пассажиров мы жалели, как могли, как умели, то мы сами жить хотели, если честно говорить. Полет окончен, заторможены шасси и самолет. Устало крылья опускает, а на перроне теплый дождик моросит, и у стоянки нас автобус поджидает. Мы проходим между кресел, все в порядке, без эксцессов, и на лицах побелевших вновь улыбки запестрят. Очень рады пассажиры, что остались нынче живы, и нас за то, что не убили, от души благодарят. Наш рейс окончен, командир и экипаж желают вам всего хорошего, до встречи, а на перроне нас встречает летний вечер, не создавайте у дверей ажиотаж. Наш рейс окончен, командир и экипаж желают вам всего хорошего, до встречи, а на перроне нас встречает летний вечер, не создавайте у дверей ажиотаж, не создавайте у дверей ажиотаж.